Итак, здравствуйте, друзья. Здороваюсь третий раз. Флешку забыл, оказывается, я дома. Пришлось регистратора вытащить. Итак, Неудачник Пикчерс совместно с Костелло Фильм Продакшн, а также всеми рыболовами и хрюзятниками Сибири приветствует вас на Верхней Терси. Сегодня 11, да? 11 декабря, суббота. Ноября. Суббота. Мы на Верхней Терси в районе минерального источника. Сегодня наша цель — Хариус. Трофейный Хариус. Как ни странно, да? Да, как ни странно, мы надеемся поймать Хариуса. Вот. Что об этом Хариус думает, мы узнаем несколько позже. Вот. А кстати, смотри, вода белесая, Юр. Вот смотри, ее прям реально белесая. Слушай, ну не знаю, наверное. Ну а как еще объяснить-то? Как объяснить-то? Вот выше мы были с Костей, где обелиск. Вообще чистейшая вода. Чистейшая. Но выходят лесорубы. Вот видны следы. Кто-то вчера шел здесь. Следы видны. Погода с утра была у нас минус 6, минус 7. Вот, сейчас вот местами разрывы, голубое небо обещают, некоторое похолодание к вечеру. Поэтому на тирольку сегодня рыбачить у меня не получится. Буду рыбачить на удочку. Вот, будем рыбачить в проводку и, возможно, на мутежку. Вчера тут человек отмаячил, что прямо наловил целый кан рыбы. В чем я, конечно, сомневаюсь. Вот. Потому как всегда почему-то ловят по кану тогда, когда нас нет. Как придем, так ни у кого и рыбы нет. Вот. Поэтому сегодня будем ловить, ничего не тая, все на фото-видео снимать и показывать вам. Около машины дул ветерок, вот здесь прям затишье, красота. Но возможно, что по реке тянет. То, конечно, не очень хорошо, но что есть, то есть. Идет сало по реке, снежок, потому что ночью снегопад был. Дорогу подразбили, да причем изрядно так. Колдобины. Ну ничего, добрались. Время начала 9-го, где-то на 8:30. Вот, порыбачим до вечера. И, наверное, на этом сезон закрою, потому что я сейчас на 2 недели уеду. А когда приеду, будет лютая зима. Вот, такие дела. Сейчас мы дойдем до речки и приступим. О, по сравнению с прошлым годом, снега в 3 раза меньше. Это вот за неделю нападало. То есть буквально в воскресенье снега вообще не было еще. То есть 6 дней назад здесь трава была. Вот за неделю нападало. Чисто визуально, сантиметров 20-25 снега лежит. Прошлый год это было число 25 ноября, была такая снежная обстановка. А может даже 20-20, начало 20-х чисел. Потому что 29-го уже снега было по развилку. Ну такие дела. Ладно, пока. Останавливаю запись. Так, друзья, время у нас 12 час, и мы еще не видели ни одной поклевки. Поменяли уже несколько мух, пробовали болотную и коричневую, панасоник, оранжевую с желтым. Пока глухо. Рыба как будто вымерла. А некоторые люди нам говорили, что здесь вчера прямо у них, прямо вот канами рыба шла. Я вот уж не знаю, чему верить. Вот, ну пока что, пока что рыбы нет, вообще нет. Вода белесая, это, я думаю, от лесорубов, потому что мы ходили прошлый раз в верхах, она шла чистейшая. А тут, ну рыбу это не останавливает, в принципе, это белесая вода, потому что на подбище клевало, вот. Ну а здесь пока нету ничего. Уж я не знаю, что там у Хариуса за забастовка сегодня.
но не берет ни на какую муху. Ну, естественно, ни о какой тирольке речи быть не может, все обмерзает. Вот. Ну, красиво, конечно, здорово, но как-то вот напрягает, уже напрягает. Хочется уже же и рыбку поймать, хоть какую-нибудь. Стою, мучу. В общем, изображаю бурление. Бурление, копошение в камнях. Приманиваю хариуса. Хариус не приманивается. Так, ну что ж, как вот поймаю хотя бы одного, расскажу. Пока ничего. Пока совсем-совсем ничего. Шуга идет, уже бы и кончаться пора. Снега давно нету. А она вот идет со снегом. Каша эта, по идее, уже должна бы и кончиться. Уже давно снега нету. Она вот пока не кончается. В верхах там, вот если посмотреть в верхах, там тучи он ходит. Вон. Возможно, даже и снежные. Внизу солнышко. Посмотрим. Пока что ничего. Но от позора надо уйти. Так, нет, это что-то было, но не поклевка. Ладно, паузу нажимаю. Итак, друзья, наконец-таки мы разловились. У меня какой-то четырехсотничек сидит. Вот он. Красавец. Весь в снегу. Сейчас я его почищу, ему фейс. Вот он. Взял на желтую муху. Ух, долго ждать пришлось. Но молодец, отлично. Все. От позора ушел уверенно. Это четвертый, первых три его поменьше. Ну что ж, вот так. После обеда он, оказывается, брать. А с утра не хотел ни в какую. Ладно, вот так вот, друзья. Видите, погода какая, снег. Юра рыбачит. Ну, одного пока поймал. Вот еще подошел к нам рыбак. Ну что ж, пойдем еще добывать. Между первой и второй перерывчик небольшой. Итак, друзья, наша рыбалка сегодня завершена. Спустились мы вниз, практически к мосту. Ничего тут особого не поймали. Я одного выхватил случайно совершенно. Вот. Вау. Это грязюка тут страшная. Прямо вообще. Надо пойти ноги сполоснуть. Даже теперь не знаю, где тут и выходить-то, чтобы не испачкаться ноги. Вон, лесовозчики гоняют. Опа! Выскочил вроде. Выходим на дорогу, собираемся, едем домой. Сезон 17-го года завершен. Нам сегодня, ну, поймал я, наверное, поболее десятка, и приличненькие есть. На улице прямо заметно холодает, вот прямо примерзает. Завтра будет градусов 15, уже не до рыбалки. Рыбу нашли на таком интересном местечке перед перекатом на мелкой воде. В проточке такой не шибко здоровый. Обловились так более-менее. Сейчас идем домой. И, наверное, в этом году уже больше я на терсь не попаду. Если что-то феноменальное не случится в плане погоды, чего я, собственно, сомневаюсь, что прям потеплело сильно, наверное, такого не будет. А поэтому
Терсевые похождения можно считать завершенными. Как это не печально звучит, но в этом году у меня всего один полкилошник. Вот совсем прям тоска зеленая. 508 грамм. Вот. Много четырехсотников, трехсотников. А пятисотник всего один. 485, 475, 465. И все. Вот и все наши скромные успехи. Меньше стало крупного хариуса на терсях. Рыбаки стали более продвинутые, ловят хариуса, выбивают его. Ну ладно, давайте я пожелаю вам ни хвоста, ни чешуи. А мне завтра дороги легкой в Кемерово и полета в теплые края на две недельки на море. Я ж там тоже рыбачить буду. Что-нибудь сфотографирую и вам покажу. Ну давайте, пока-пока. Ни хвоста, ни чешуи. Встретимся на реке с большим хариусом в рюкзаке. Я еще, может, улов сфотографирую. Может, нет. Ну, в общем, да, пока.